Близится школьная пора, а значит, наступает время заниматься благоустройством школьной территории. И это немаловажный факт, так как создается не только эстетичный вид, но и поддерживается репутация образовательного учреждения. Говоря о благоустройстве территории школы, следует учитывать несколько немаловажных фактов. На территории не должны располагаться ветхие и пожароопасные объекты, которые могут нести угрозу жизни и здоровью детей. Одной из главных задач благоустройства территории школы является сделать ее эстетичной и функциональной. Исходя из этого, студия «Реклам.ру» готова дать вам пару ценных советов, какие элементы декора можно использовать при благоустройстве школы. Причем они все абсолютно пожаробезопасны. Во время благоустройства школьной территории участок необходимо разделить на несколько функциональных зон и обустраивать их согласно предназначению. Например, аллеи на школьном участке необходимо оборудовать очень удобными лавочками. Это металлическая конструкция с удобным деревянным сиденьем. Размещать ее можно в любое время года. Еще один очень важный элемент – это урна. Как мы знаем, что без нее никуда, и школьников к чистоте нужно приучать с самого первого класса. Красота окружающей обстановки формирует положительные эмоции, а также свидетельствует о высоком уровне культуры учреждения образования. Именно здесь необходимо обратить внимание на озеленение территории. Студия «Реклам.ру» предлагает вашему вниманию стойки вертикального озеленения либо декоративной кашпо и катки. Размещать вы их можете по вашему усмотрению, все зависит только от дизайн-проекта. Кашпо и катки для цветов от студии «Реклам.ру» могут быть выполнены из ДПК, стеклопластика или любого другого материала. Все зависит только от ваших желаний. Все они функциональны, надежны и безопасны для детей. Стоит отметить, что все наши изделия пожаробезопасны, имеют прочную и надежную основу и конструкцию. Вы можете их смело размещать в любом общеобразовательном учреждении. А если вам потребуется дополнительная помощь по оформлению, наш дизайнер сможет подобрать для вас коллекцию в одном стиле. Все изделия для благоустройства школы вы можете найти на нашем сайте студии «Реклам.ру». Один из самых функциональных элементов – это, конечно же, велопарковка. Попробуйте найти хотя бы одного школьника, у которого нет велосипеда. По-моему, таких не найдется. Каждый второй ребенок приезжает в школу уже на своем двухколесном транспорте. Поэтому оборудование территории школы велопарковка является одной из главных задач общеобразовательного учреждения. Велопарковка от студии «Реклам.ру» выполнена из кованого металла. Конструкция прочно закрепляется специальными шурупами к любой поверхности. Припарковать можно порядка 5-6 велосипедов. Все зависит от их габаритов. Также для создания эстетичности велопарковку мы дополнили подставкой для цветов. Все функциональные велопарковки подобраны на сайте студии «Реклам.ру». Их очень много, они различаются размерами и дизайном. Все изделия для благоустройства школьной территории вы можете найти на сайте студии «Реклам.ру». А если вы не нашли что-то подходящего, сделайте звонок нашему менеджеру, и он оформит для вас индивидуальный заказ по вашим эскизам. Мы готовы воплотить в жизнь любые задумки.